Прокуратура Первоуральска начала проверку в отношении городской больницы. В надзорное ведомство поступила информация, что медикам сократили зарплаты, а на вызовы терапевты вынуждены ходить пешком. По факту снижения стимулирующих выплат медицинским работникам, а также оснащенность больницы автомобилями для осуществления выездов к пациентам. В ходе проверки будут запрошены соответствующие документы, дана оценка действиям должностных лиц городской больницы. Проверку прокуратура решила провести после публикации интервью заведующего отделением участковых терапевтов Первоуральской больницы в одном из городских интернет-изданий. Журналистам врач сообщил, что зарплата некоторых сотрудников сократилась почти в два раза, а нагрузка на участковых терапевтов многократно увеличилась, в том числе из-за того, что на некоторые вызовы им приходится ходить пешком. В случае подтверждения этих нарушений будет решаться вопрос о применении прокурорского реагирования. Добавлю, что за помощью в организации транспортной поддержки медучреждение уже обратилось в администрацию Первоуральска, но на данный момент комментировать грядущие проверки в больнице отказались.